Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Меусима. Ну что ж ты наделал, Меусим, ужас. Наделал нам тут кучи. Давайте-ка, друзья, поубираем и попробуем посадить его. Где-то он. Ага, кушать. Ну хорошо, давай мы тебя покормим. Только же больше не делать такие кучи. Так, это что у нас? Так, как бы нам его покормить? Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Вот, ему лекарство нужно дать. Было... Ага. Это лекарство, витамины, предназначены для поддержки здоровья тела и духа твоих питомцев. Используя при здоровье больше 30%. Давайте-ка купим вот эти витаминчики. А то что-то наш котик был приболел. Я вижу, он у него было плохо со здоровьем. Он что-то рвал у нас. Вот. Так, что будешь кушать? Чаю хочешь? Ага, вот чайник. Ну, давайте попробуем. Стоп, а это что, чайник не снимается, наверное? Угу. Вот, ну давайте пока тогда вот так попробуем покормить. Какого-то корма сделать. Так, утоляет жажду и совсем немного холода. Голода. Давайте, что ли, попробуем купить. Вот так. Молоко. Молоко есть у нас. А как его положить? Возможно, корму ему положить. Так, сосиски. Ну, давайте-ка купим сосиски. Еда. Хотите заменить ее? Нет. А, в миске есть еда. Ага, вот молоко. Пей молоко, Меусим. Вот, там же ж молоко, еда есть. Что ему не нравится, что этот кот хочет? Иди лучше в туалет сходи. Давайте-ка, хороший котик, хороший, хороший, хороший. Давайте-ка мы его сводим в туалет, пусть он делает свои дела. Что-то немножко непонятно. Яйцо жареное хочешь? Ну, здорово. Аж ешь то, что есть в тарелке, Меусим. Почему он не хочет кушать, не понимаю. Вот так, возможно, как-то. О, вот, вот, наконец-то кушает, вот, здорово. Вот, съел. Там еще, по-моему, молоко какое-то еще. Ну... Так, что у него? Сытость 19%, счастье 11%, здоровье 99%, чистота 45%. Еще хочешь кушать? Кстати, о, вот, друзья, у нас какой-то подарок, давайте-ка посмотрим. Так, за второй день у нас 10 золотых. Здорово. Что это было? Это реклама. Видео. Сейчас мы уберем. Итак, награду взяли, не пропускай ни одного дня и получаем монеты за эти дни. Хорошо. Дней без пропуска 2 у нас, друзья. Давайте-ка вернемся назад. Отлично. И еще, 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 еще. Хорошо. Так. Так, друзья, а тут еще монетки можно получить за ВК. За то, что у нас ВКонтакте есть. Здорово. Ну, сюда нам не надо. А еще вот какие-то монетки. Предлагаем тебе приятно провести время за просмотр мультика. За это ты получишь 10 монет. Нет.
Не хотим мы пока смотреть. Что тут еще? Ну ты даешь, котик. Ну что за куча? Ну ужас. Слушайте, ну давай хоть шариком с тобой поиграем. Шариком будем играть? Мячиком. Клубочком ниток. Вот так. На, держи. Хорошо. Нравится? Еще? Давай. Вот так. Ой-ой-ой, как им нравится, здорово. Жаль, что только мало игрушек, только вот этот клубочек у нас. Так, Мяусим. Так, пошли-ка мы тебя сводим в туалет, чтобы ты опять нам кучу не наложил. Хорошо? Ага, вот, смотрите, друзья, в тарелке он все повыедал, и молоко, и там какую какашку. Хороший, хороший. Может тебя покупать в ванне? Давайте попробуем. Вот, здорово. Да, да, получается. Хорошо. Отлично. И частота наша повышается или нет? Частота пока у нас 45%. Ой, а что это ты плачешь? Ага, 49. Подожди, подожди, подожди. Давай. На лоток. Пока тебя посадим. Так, здоровье 99, счастье 23, сытость 39 и частота 49. Ну, как-то так. Так, что-то он чешется. Чешется. А почему частота 49? Может, его еще надо было покупать? Возможно, шампунь использовать? Или что? Ну, попробуем. Вот так. Вот. Точно не хочешь купаться? Так, нет, скорее всего, друзья, не будет купаться. Что-то плачет. Что же ты хочешь? Непонятно, 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 что он хочет. Хороший, хороший котик. Ну что, пойдем что-то дадим тебе покушать. Что же здесь еще можно дать ему? А ну-ка, вот. Так. Прекрасное лакомство для твоего питомца. Поговаривает, что коты просто сходят по нему с ума. Мороженое, ну куда же. Шоколад, даже леденец. Пончик. Эскимо. Корзинка. Карамель. Конфета. Ага. О, интересные, конечно, плюшки здесь есть для котика. А еще вот какая-то еда. Давайте посмотрим. Сосиски. Консервы. Ага, вот здорово. Еще у нас рыба. Куриная ножка. Сухой корм. Вот, давайте-ка купим сухого корма для него. Вот. Вот, смотри. Мяусим, мы тебе купили сухого корма. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Вот, вот, можешь кушать. Вот, сухой корм. Кушай сухой корм. Ну, да и нужно его еще просить, чтобы он покушал. Мяусим. Вот, сухой корм. Кушай. Может, еще в другую часть водички какой-то налить. Сейчас посмотрим. Так, это у нас молоко. Это у нас... Ага, это он бульон просил. У нас была кастрюлька. Здорово. Чай. Апельсиновый коктейль. Что у нас еще есть? Какао, даже есть компот. Мохито. Здорово. Газировка, кофе. Вода. Вот. Давайте-ка купим еще воду. Вот так. Ну и что? Будешь кушать? Чего? Чего же ты хочешь? Хороший, хороший Мяусим. Что-то хочет. Ну, погладим его немножко, чтобы у него... Возможно, настроение поднялось. Хороший, Мяусим. Хороший, хороший, хороший. Кушай. Кушай, кушай. Не хочет. Так. Что же ты не хочешь, Мяусим, кушать? Давай, 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 давай. Что-то сердится. Мяусим, ну в чем дело? Кушай. У тебя ж сытость неполная. Так, ну не пойму, друзья, в чем дело. Раз такое дело, раз ты не хочешь кушать, пойдем с тобой гулять. Может, тебе надо аппетитно гулять?
Возможно, это даже очень хороший вариант. Жаль, холодильник нельзя открыть. Так, ну рад, такое дело, пошли с тобой на улицу погуляем. Имеется новинка. Скачать, ну можно продолжить, посмотрим, что за новинка. Так, что-то эта новинка очень долго грузится, друзья. Давайте-ка вернемся назад. Так, вот мы вышли на улицу, что-то наш котик чешется. Так, ну что, пойдем погуляем. Птички здесь поют. Так, туда настоящий пиратский корабль. Так, мы кораблик уже купили. Мы кораблик уже купили. Вот он, есть наш пиратский корабль. Мы все идем сюда. Вот, тут мы купили пиратский корабль в прошлой серии. Так, вот. Только как играть с Мяусимом, непонятно. Так, интересно, на забор его нельзя посадить, нельзя, и на куст нельзя. Вот так. А еще вот так. Хороший кофе, хороший, хороший. Только почему-то не хочет бегать. Хорошо. Да, замечательно, друзья. Ну, пока тут на улице нечего покупать. Так, ну, тогда пошли домой. Не хочешь гулять, не хочешь бегать, тогда пошли домой. Так, ага. Друзья, возможно, ему надо еще купить механическую мышку, тогда он будет веселее бегать. А ну, давайте-ка посмотрим, друзья, сколько стоит механическая мышка. Может, у нас получится купить ее. Так, где у нас механическая мышка? Так, игрушки. Так, это не... А где-то я видел возможность покупать игрушки. Возможно, вот этот цвет... Нет, не то. Нет. Так, возможно, вот эта корзина. Да, вот. Вот, корзина, игрушки... Сколько стоит мышка? Сейчас посмотрим. 250. Нет. Тренирует хоть и охотника. Здорово. Здорово. Надо обязательно подкупить денежек на эту мышку. Тогда будет веселее. Так, хорошо. Ну и всем. Так, друзья. Ага, а вот, кстати, для бульона. Так, почему же ты не хочешь кушать? А что это такое? Вот это 5, не пойму. Это, наверное, дней сколько ему. От роду. Вот. Вот. Кушай. Кушай, вот тебе тарелочка с едой. Кушай, Мяусим. Ну, странный, честно говоря. Кот не хочет кушать, только делает непонятно что. Так, Мяусим, вот, кушай, давай, кушай, очень вкусный, тем сухой корм, плюс водичка, нет, не хочет, только чешется и все, почему не хочет, непонятно, как его заставить кушать тоже, вот эти витамины, возможно, еще купить, давайте-ка, друзья, витамины, давайте-ка купить. Нет, не будем заменять. Притом здоровье у него 100%. Зачем же витамины? Ну да. Так, а что ж ты плачешь? Непонятно. Так, друзья, вот такая вот интересная игра. На этом будем прощаться. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите, дайте новых серий. Всем пока.